Последний звонок, выпускной бал и заветное свидетельство об окончании получили 27 мая выпускники Заинской детской музыкальной школы. Это был 51-й выпуск заведения. 34 музыканта пополнили ряды тех, кто знает о музыке намного больше. Примечательно, наверное, тем, что он очередной. Ничем он таким особенным не отличается, потому что у нас каждый выпуск особенный, и они такие же. Наша школа завершает в этом году с хорошими результатами свой учебный год. Мы съездили на 49 конкурсов детских учащихся и 4 конкурса педагогических. У нас лауреатов более 100, дипломантов где-то 30. То есть достаточно большие, хорошие результаты. Домра, флейта, фортепиано, аккордеон, виолончель, скрипка. 9 специальностей получили теперь уже бывшие ученики. Они учили ноты, зубрили музыкальную литературу и старались всеми силами понять смысл сольфеджио. Они приносили победы музыкалке и давали повод своим педагогам гордиться за них. Все позади. И пришлось в этот вечер понять, что уроки кончились. Сегодняшний день очень волнителен. Если честно, у меня уже с самого утра глаза на мокром месте. Я думаю, что практически каждый в этом зале испытывает те же чувства, потому что в любом случае выпускной вечер – это всегда не только праздник, но это и грусть от прощания с детьми, с тем настоящим миром, который в каждом ребенке существует, в который мы вложили свою лепту, причем существенную лепту. И вот он, звездный час, торжественная церемония вручения почетных грамот за отличную учебу и активную концертную деятельность и свидетельство об окончании музыкальной школы. Лучшим ученикам каждого выпуска по традиции заведения вручается статуэтка, и его имя заносится в почетную книгу музыкальной школы. Сегодня мы решили, что у нас есть такой достойный выпускник в лице Садиловой Марии. Полный зрительский зал – всегда отличительная особенность нашей детской музыкальной школы. Благодаря стараниям педагогов здесь почти на каждый концерт аншлаг. Среди зрителей не только родители, но и те, кто умеет ценить настоящее искусство. Этому здесь учат с самого начала. Настроение очень хорошее, волнительное. И за ребенка очень рада, то, что она закончила музыкальную школу. Вообще, мне очень нравится то, что она сюда ходила. Количество выпускников за 54 года существования школы давно перевалило за 1000. А свободные места на сцене уже занимают те, кто придет сюда 1 сентября.